Грандиозное событие состоялось в Видновской детской школе искусств. В рамках фестиваля «Подмосковные вечера искусств» город посетил ректор знаменитой парижской музыкальной школы Мишель Дени. Он послушал наиболее талантливых пианистов Ленинского района и провел для них мастер-класс. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Этот фестиваль в Подмосковье проходит впервые. На протяжении всего октября известные музыканты и одновременно педагоги из разных стран Европы посетили города нашей области для проведения мастер-классов. В минувшее воскресенье и для Видного настала очередь принимать международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств». Они получают новое влияние, которое, может быть, до сегодня момента вообще в жизни у них не было. Я думаю, что это трудно переоценить значение этого фестиваля. И очень рад, что все счастливые те, кто сегодня присутствует в зале. Нам мастер-класс давал педагог, музыкант и руководитель знаменитого Парижского института Катарум Мишель Дени. В его творческом багаже множество заслуг. Например, в Токио, где он проработал долгие годы, он основал музыкальную школу и истинное предназначение нашел в педагогической деятельности. Я знаю русских детей и уровень русских пианистов. Он чрезвычайно высокий. Россия – это номер один в мире по уровню музыкантов. Я уверен, что дети, которые будут играть сегодня, очень талантливы. Я не знаю их и не слышал, но восхищаюсь вашими пианистами. В планах месье Дени не было выступления перед публикой, но вечер сразу задался на дружеской ноте. И в ходе общения маэстро вышел на сцену, чтобы сыграть импровизацию мелодии «Подмосковные вечера» на французский манер. Одной из участниц фестиваля стала уже состоявшийся педагог детской школы искусств поселка Развилка Марина Малая. Она выбрала достаточно сложное произведение Рахманинова «Сонату номер 2». Девушка выступала первой и от этого очень волновалась. При работе с маэстро уже я как-то успокоилась благодаря его доброжелательному настрою и смогла что-то сделать, то, что он говорит. Международный фестиваль предоставил уникальную возможность талантам Ленинского района встретиться с выдающимся пианистом Мишелем Дени и повысить свой профессионализм. Организаторы надеются, что такие мастер-классы будут помогать их участникам развиваться, и «Подмосковные вечера искусств» ждет долгая творческая жизнь. Впечатление потрясающее, великолепного музыканта, обаятельного человека, исполнителя блестящего. И вот уже сейчас слышно из зала, каков результат его общения с нами. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.